Еще интересно, когда вы продаете, или, например, в фильме там Белфорда, он говорит эмоционально очень. То есть в мозгу человека есть такие тонкие датчики, которые считывают темп голоса. То есть есть там темп речи, то есть его скорость, тембр, высота голоса, тон его, выразительность и эмоциональность. То есть если потенциально вы говорите, допустим, громко и уверенно, то человек может подумать, что вы какой-то властный человек, как начальник, громко разговариваете и немножко отстраниться. То есть идеальный темп и тон – это когда вы общаетесь с ним как с другом, то есть на одной волне и в идеале подстраиваетесь под скорость говорящего, потому что как человек говорит, так он и мыслит, ну, как бы это скорость его мысли. Поэтому если вы общаетесь с ним как с другом на одной волне, это классно. Плюс важно делать паузы, это такой эмоциональный окрас получается. Если вы меняете там голос, например, вы что-то увидели, какую-то идею или там удивились искренне, меняется эмоция, то есть человек это тоже считывает. Еще интересно, что такой спокойный, убедительный голос, исследования провели, что он является более убедительным. И когда человек говорит там на 20-30% быстрее стандартной речи, то это тоже говорит как бы вашему собеседнику о том, что вы увлеченно, интересно рассказываете, вы горите идеей, то есть есть какая-то энергия. Это тоже всегда работает только в плюс.